Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем менять запускной канат на стартере от бензопилы Патриот 5220. Вот, винты я уже открутил, чтобы сэкономить время. Снимаем его аккуратненько. Вытащим все болтики, чтобы они у нас не потерялись. Вот. Причина замена следующая. Видите, всего лишь какой короткий канат. И, соответственно, запускать очень неудобно. При этом ручку эту деревянную мы, конечно же, поменяем и поставим нормальную ручку. Отрезаем. И плавненько отпускаем, пусть пружинка возвратная размотается. Берем отвертку, откручиваем центральный винт. Все, вот эту часть мы не трогаем. Пружинка внутри остается, она не размоталась. Мы ее пока в стороночку убираем. Разматываем канат. И вытаскиваем отсюда вот таким образом. Все, эта расходка уже не нужна. Берем метр запускного каната, немножечко его обработаем горелкой, края, чтобы они у нас не тушились. Так, вставляем. Завязываем узелочек. Подтягиваем. И опускаем туда его. Внутрь таким образом, чтобы у нас вот этот вот длинный край ушел специальный, вот он здесь, прорезь. Иначе он будет сюда торчать и мешать работать пружине. Вот, нам надо его туда аккуратно уложить хорошо, чтобы он пружине работать не мешал. Так. Сейчас мы туда утопим. Вот так вот. Вот, видите, нормально он лежит, ничего не выпирает, и работать пружине он мешать не будет. Сейчас я немножечко здесь уберу опилки, грязь, пыль. Вот, видите, все лежит как положено. Теперь мы продеваем вторую часть каната изнутри через саму крышку. Берем ручку, внутрь ее продеваем, завязываем. Я такой двойной узелочек завяжу, вот так вот. Потом я подрежу чуть-чуть и подплавлю. Вот теперь у нас вот он, зацеп пружинки, и вот она, прорезь на храповичке. Аккуратненько опускаем туда, вот так. Берем винт с шайбочкой. И закручиваем. Так, подтянули. Все, у нас все стоит. Нам осталось только намотать с вами запускной канат. Для этого мы по часовой стрелке вот так вот сматываем пружину. Отпускаем, он у нас заматывается, заматывается. Ну, это слабовато, надо еще разочек подтянуть. Берем еще один оборот. Делаем. Вот
так вот и отпускаем. Вот, вот это уже хорошая натяжка. И видите, у нас появилась такая длина. То есть ход будет очень хороший. Немножечко я подрежу здесь. Не хочет откусываться. Ножнями отрежем. И горелочкой это дело подплавлю. Вот и все, устанавливаем это дело все на место. Прикручиваем винты. Все это дело подтягиваем. И все. На этом наш видеоролик завершаем. Так, дорогие друзья, вот она наша бензопила Патриот, на которой мы с вами удлинили шнур стартера и поменяли вот эту ручку. Чего мы добились? Стартер стал длиннее, соответственно, заводить удобнее и, соответственно, лучше стало заводиться. Сейчас мы ее попробуем. Пила работает отлично, стартер вытягивается удобно, высоко. Вот, подписывайтесь на канал, заходите на наш сайт luktool.ru. Всем удачи, пока!